Поехали, короче, анекдот один от меня. Вот, муж с женой уже давно живут, и он к ней докопался. Скажи, мы с тобой давно живем, сколько у тебя за всю жизнь было мужиков? Она такая, да нет, ты будешь. Да нет, я не буду. Ну, пожалуйста, скажи. Она, да ты, нет, не буду я. Она говорит, ну, ладно. За всю жизнь у меня было 10 мужиков. Он говорит, получается, я 10-й. Она говорит, нет, ты 3-й. Вот такой вот анекдот. Бухают американец, француз и русский. Классика. Классика. Американец говорит, у нас такие ракеты, говорит, на кнопку нажал, через весь мир пролетело, говорит, и попало прям в точку, погрешность 20 сантиметров. Француз такой. У нас бабы все красавицы, все как одна. Русский. У меня есть такой сосед Федя. У него нахуй, говорит, 12 воробьев сидят, спокойно вот так вот, просто спокойно вот так вот. Вольготно, крыльями машут. Дальше бухают, бухают. Американец такой, ну, у нас, конечно, ракеты как бы, ну, нормальные, но бывает там пару и взорвется в этом, в шахте прямо. Француз такой, не, ну, у нас, конечно, встречаются женщины красивые, ну, как правило, все вот страшные русские. У меня вот такой сосед есть, Федя, у него 12 воробьев сидят, ну, не так, чтобы развалившись, а так вот прямо сидят, так вот, так, ну, друг к другу, плотненько тогда. Как вы сейчас, да. Бухают дальше, значит, американец. У нас ракеты говно, вот все говно, ни одна не долетела ни разу, ни одна, все там, взрывается прямо вот тут же, француз. У нас все же бабы страшные, ну все, ну ни одной же красивой нет, русские. У меня вот сосед есть, Федя, у него, ну, 12 воробьев, говорит, вот сидят вот так вот, прижавшись, сука, друг к другу, а у 12-го, говорит, за лупы так лапка соскальзывает. Как он тут конкурирует? Это что? Зима, пурга, пурга, прям холодно. В лесу берлоги спят медведь, медведица и медвежонок проснулся такой. Пока. Она его такой, проснулся среди зимы. Иди, иди, увлеки его. Да чем я отвлеку? Он говорит, иди ему кукольный театр покажу. Да, покажи мне кукольный театр. А, медведь, иди, иди сына, развлекай, кукольный театр. Медведь, да, парили вы сколько. Иди, покажи кукольный театр. Он говорит, кукольный театр, сейчас, так берет, так из топчина вытаскивает один череп, такой надевает его сюда, и второй череп сюда, и такой, медведи, медведи, какие нахуй медведи? Вот такой анекдот. Поехали, Саш. Можно музыкантский, можно нет. Ну, положено музыкантский, пусть будет. Давай. Такой около музыкантский. Давай. Из жизни музыкант. Да, евреев. Это хорошо, да. Давайте. Нет, тем не менее. Музыкант в кабаке вечером снял девушку, привел домой. Начинает ее обалтывать, обнимает, целует. Говорит, ну вот мы наконец одни, дорогая. Она ему говорит, ниже. Говорит, ну вот мы наконец одни, дорогая. Понятно, это такой музыкантский. Это хороший старый анекдот, у меня новых не будет. Хороший анекдот, Валер. У меня такой анекдот, сказка. Чувак, колобок клевый, катится по дорожке. Навстречу ему серый рок. Говорит, колобок, колобок, я тебя забирляю. Кочумай, чувак, не берляй меня, я тебе песенку слабаю. Друзья, можно сказать, еще и экран есть у тебя? Да, у меня еще и экран есть. Сегодня у нас в гостях веселые ребята, практически мои друзья. Вот он, самый лучший на земле. Еще один самый лучший на земле. Вау, вау, вау. И? Вторник, а значит анекдот. Шаришь, шаришь. Саш, для канала «Анекдот от баклажана». Расскажи мне анекдотец. Вот ненавижу анекдоты, но ради Толика обязательно вот прогуглил и расскажу. Давай. Короче, сын к отцу подходит и спрашивает, папа, что такое некомпетентность и безответствие? Не знаю, мне похуй. Да, да, да. Спасибо. Хороший. Среда. И значит не анекдот. Среда уже. Спасибо. Безответствие. Всем привет. Анекдот. Короче, два вахтовика ехали с баблом, вроде все нормально, и что-то там прибухали. И до какой-то станции не доехал, вышли в городе и решили, давай загуляем. Загуляли так.
что пипец, с какими-то, извините, шлюхами там, с бухлом, со всеми делами, с приключениями. Утром счет им выставляют за вот этот домик, где они тусили, а там какая-то сумма непомерная. Они решили зажилить это дело такие. Свалим, свалим. Свыгнули и убежали. Короче, залезли в поезд, и жулики их с этого города, с этих шлюх, короче, догнали, поймали. И такие говорят, все деньги отдать, и еще давайте сосите у друг друга. Те такие, да давайте убьем. Он говорит, ну ладно, отсосали, отсосали, едут в этом поезде дальше. Один говорит, вот мы дураки. Он говорит, что? Говорит, мало что деньги потеряли. А еще если бы знал, что ты так сосешь, нахер бы мне эти шлюхи нужны были. Друзья мои, не жадничать. И тогда все будет хорошо. Филармония. Это концерт. Уже смешно. Какую высокую планку вы ставите. С чем поведешься? Концерт. Конференция выходит на сцену, объявляет. Петр Ильич Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром. Оркестр играет шикарно. В первом ряду сидит солидный мужчина в галстуке с огромным букетом белых роз. Концерт заканчивается. Мужчина подходит к дирижеру и говорит. Петя, для первого раза Хороший тоже анекдот. Но дело в том, что я очень много анекдотов знаю, но каждый раз, в зависимости от рассказчика, мы не там, тебя веселим. От белочки и так далее, мне очень нравится, правда. Типичный одесский рынок, встреча старых знакомых Цили и Сёмы. Циля, девочка, ты такая красивая, но чё же ты такая грустная? Сёма, да посмотри, я одинокая и толстая. Циля, покажи же, где ты толстая. Нет, давай я покажу тебе, где я одинокая. Давайте покажу, где я девочка. Да, где я девочка, да. Анекдот от баклажана, ба-ба-ба-ба. Анекдот от баклажана. Вау-вау-вау. Анекдот от баклажана. Е! Анекдот от баклажана. Баклажана. Спасибо вам огромное. Вячеслав Мясников сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.